Решил сегодня попробовать донную рыбалку. И вот что у нас уже получилось. Это вот, вот такого красавца вытащил только что. И еще один там в пакете лежит. Так. Товарища пойманного возьмем, подкормим котов местных. Хорошо, засекся. Так. Давай, есть. Я сейчас ловлю на 5-граммовую чебурашку с офсетным крючком. Вот. Крючок, правда, для пресной воды. Поэтому промываю его после рыбалки, чтобы сильно не заржавел. И использую мясо куриные желудки, порезанные тоненько. Пробовал на силикон. Что-то силикон не хочет брать. Хотя, может быть, еще попробую. Так. Пробовал ставриду на килькер. Ставриды тоже пока тишина. Ну вот, донная рыба есть. Пойдем половим ее. Уже разучился говорить. Так. Я мясо уже порезал, чтобы времени особо не тратить. Пробросаю сейчас ближние дистанции. Вот, елки-палки. Потом перейду на более дальние. Вот такая у нас сегодня погода. Ветер в спину, волн нет. Сейчас пойдем еще побросаем, посмотрим, что тут есть. Так, ну что, приступим. Посмотрим, что у нас тут еще плавает. Мелочь какая-то тюкнула. Вблизи камней. Так, наверное, сбила. Не сбила. Thank you.
Но здесь, скорее всего, больше песка, чем камней. Поэтому сейчас я дно здесь особо не знаю. Просто дно прощупываю. Естественно, донная рыба все обитает возле камней, поэтому задача найти каменюки и возле них предложить рыбе свежие куриные желудки. Сидит здесь под камнями, взял. Так, бычок совсем не крупный, но мы возьмем котов подкормить. Здесь вот в эту сторону. Ой, блин. Можно навернуться. Хорошие поклевки такие, прям, ну, бескомпромиссные. Тюк и все, и сидит. Ну, крючок еще у меня острый. Поэтому сходов нет. Так, вот здесь камешки на дне. Это уже хорошо. Thank you.
Так, ничего нету. Ничего нету. Добавить нужно мясо свежее. Котлета получилась. Попробуем вдоль камней побросать. Вдоль гряды этой. Ничего нету. После подсечки, подрыва груза от дна, даю паузу и 2-3 секунды еще жду поклевку. Часто поклевки вот после такой паузы происходят. Thank you.
Тишина, тишина. Неожиданно что-то попалось. Неожиданно что-то попалось прям на самодур. Сейчас узнаем, что там. Что там попалось у нас? О, попался красавец какой, дракон. Дракон здоровенный. Вот, попалась такая вот красивая рыбка. Ну, тоже кошакам отдадим. Вблизи дна поклевка была. Сейчас будем снимать его. Ну, я, честно говоря, такого большого никогда и не ловил. Так. Никогда и не ловил такого, красавец. Так, тихо. У меня для этих целей здесь припасены два инструмента. Кусачки, а плоскогубцы и экстрактор. Так, сейчас мы его помоем, чтобы он был чистенький. Как свою корону выставил. Корона опасная. Уколешься. Можно реанимацию вызывать. Поэтому постараемся уколоться. Так. Несем он котам. Коты его едят без проблем. Откуда я вытаскивал дракона? Тут у меня на донную снасть что-то схватило. Бычок, наверное. Что-то у нас сидит. Да, это кнут маленький, по-нашему лихнус. Ну, сегодня кошаки будут довольны. Сейчас рыба хорошо клюет. Даже особо заморачиваться не нужно. Забросил приманку.
поставил крючок острый, и все. Okay.